Привет, друзья. Меня зовут Владимир, и смотрите игру канал Вредного Енота. Мы продолжаем наши вечерние посиделки. Вечерние посиделки в игре Arma Slide. Что? Мне купер не хочешь тебя? А че? Забирай. А открытый? Поехали. Вот, мы сейчас попробуем никуда ругнуть нахер. Так он закрыт, блядь, а есть ключки? Блин, а где ключки взять? Потому что вот, ну, болеет хера, тучу машин, бери, не хочу. Ай, бляха. Ну ладно, поехали. Не, ну мини-купер так-то да. О, кадет. А тут же рассекает, тут такой. Дождь, что ли? Ну точно. Черджи, ни хера, прикольная машинка. Говно, да? Неуправляемый или чё? Подари мне. Подари мне. Чё замялся? Говно, что ли, жалко? Я подумаю. Ну ладно, подумай. Так, где там кадет был? Пошли. Откибишь какой-то. Ой, за что этого Алак-бабаха? Блять, надеюсь, это не бан. Это бан, это будет. Русские не сдаются. Русские не сдаются. Бежим. Хер там, это ладно. Идем спрячемся. Так, не знаю, что. Короче, нужно вот так вот лечь, я думаю. Нам нужно что делать? Нам нужно перебинтоваться. А что нам нужно переодеться? Эй! Так, ладно. Вроде все. Все переоденемся. Все переодеваться. Я не знаю, получится нет. Ну попробуем. Я надеюсь, это не бан, все остальное херня. Честно говорю. Все херня, главное, чтобы не бан. Так, давай сюда. О, все. Давай сюда так лежим. Полежим буквально минуту 2-3. Я, наверное, сейчас даже отключу запись. Продолжим чуть попозже. Бля, к нам перейдется надо. А мы где вообще? Оружие, бля. Гараж. Блин, помню, хер переоденешься, называется. Ладно, давайте тормозну сейчас минут 5, это сижусь, там посмотрим.
друзья, мы продолжаем. За ним пока не лежит. Ну, попробуем впереди. Так, ремарка налево. Давайте пробуем. Я не знаю, получится нет, потому что прописали в академии в челюсть. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Попробуем переодеться. Я не думаю, что мы где-то должны сместиться. Тем более уж за такую мелочь, что дали в челюсть менту, я надеюсь, бана не будет. Во всяком случае, в зеленой зоне. Я не то, что в челюсть менту боюсь, я боюсь то, что в зеленой зоне это было. Я думаю, это ничего не должно быть, потому что это как ни крути, это вроде как, ну, не знаю, наверное, хулиганство больше. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Будет бан, будет обидно, буду обжаловать, скажу, что, блядь, виноват. Что тут делать? Ну, посмотрим. Я что, давайте посмотрим. Просто вот пойдем. А чё мне бегать перестал? Значит, нормально, бегаю. Блин, что-то... Как-то вот раньше можно было... Блин, перестал он бегать. Так, давай попьем. Да, ты попей. Ну, пока идем нормально. Куда? Нужно как-то втихаря забежать на рынок, переодеться немножко, и это. Попробовать, короче, сюда свалить. У нас там сервер наш, как бы, знакомый. Другом пока не берусь его называть, но всем приспит. Прикольно. Что надо? Так, что-нибудь такое купить. Так, что это? Во, я выгляжу отлично. Так. Надо очки, короче, снять. Как снять очки? Очки. Очки. Надо, хер, во, пойдем, парика с не спалит, я уже на это надеюсь. Давай так, пойдем. Шмотки тут, вот подходи прям к бару, втыкай магазин одежды колючком, и там все будет. Вот слева, видишь, ты, вот слева, да, вот это. Там колючком тыкни этот, шмотки. Ладно, другу как. Человеку помогли, наичку такого же, как мы. Нам надо цель вообще. Короче, академия нас, походу, забыла. Сейчас проверим. Да они там вообще какие-то неадекватные, блин. Буквально вчера или позавчера разбился прямо на посадке. Вверх тормашками упал. Бляха, не хочу, чтобы меня на нем эвакуировали, блин. А это что, это канистра? Можно взять или что, это чья? Бляха, бензин кончится. И чё, запомнишь? Товарищ полицейский, а чё вы делаете? Зачем дырки мне делаете? Вы бомбу делаете? Я в набор. А, взять-то можно, нет её? Или как? Чайно. Спасибо большое. Да блин, ездим вечно. То вайпер, то ещё какая-нибудь херь, блин, у друга. Бензин кончается. Давай, если есть. О, спасибо, от души, душевно в душу. Кстати, да, надо тоже перекусить. Товарищ полицейский, будете бекон? Нет, спасибо. Хорошо, скоро.
Это у вас наручники, что ли, сзади, или что это? Да, это пластиковый. Да. Ну что, пластиковый порвать нельзя? Нет, спасибо. Я порвал бы, я не уверен за мой физическое состояние после перелета. Ну, давайте проверим. Да я так верю на слово. Я же нас полицейский не узнал. Бля, как нам теперь найти чат машины? Сервер, давайте напишем где сервер стоит. Ищи тут вообще нет, подожди, не так. Сейчас мы серверу напишем, где он. Заебись. Сервер. Вот он. А, в смысле, а чё? Давайте серверу напишем. Посмотрим, может приедет. Сейчас посмотрим, поедется, не поедется, не знаю. О, сервер, здорово. И тут нет. Ну, всякое бывает. Че, куда поедем, валить надо отсюда. Кстати, у меня канистра есть теперь для вайпера. Пустая, правда, но все равно. Медик, это если откроете, я уеду на ней, что я должен буду? Да хер с ним, я потом отхвачу, дайте уехать на ней. О нет, 200 нету, я студент бедный, какой 200, вы о чем? Вот так и живем. Так, ладно, а что мы по деньгам-то ходим? О, нихера ж натекло студенту. Опять агрегат поменял. Знаешь, как ты скалы, ты как говно. Вали, вали, тебя и все, извинили. Давай, катись. А только я поехал. Далеко уехал. Далеко. Да, недалеко я уехал. Да он нечем, блин. А, давай. Что-то, блин, въехал, мне занесло сразу. Бля, так-то, полево. Это, выпусти. Так, где перебивка? Срочно, перебивка где? Перебивка. Да уйди, что нахер, игроки. Какие игроки, уйди.
Динотворк. Какой багажник? В чем? А вот. Так, что происходит? Забирай. Так я выйти не могу. А, вот, все. Спасибо. Сейчас, ребята, гоню, извиняйте. Это... Не надо, ну я ж случайно, блин, занесло. Давай, проезжай. Перебивка где? Поехали. 1002 есть. Найдем. Вот я говорю, поехали, куда? Ну я понял, а дальше-то куда? А где она, я найти не могу. Все нашел. А, все, вижу, вижу. Ох, нахера ж себе. Все, понял, сейчас попробуем. Ну поехали, пробуем медленно перейдить. Старенького, ну попробуем. Бляка, я могу рацию убить со мной. Блях, он же не управляемый. Значит, надо это... переучаться. Дальше куда? Так, направо. И вон оно. Все, поехали направо, короче. Направо, все, по главному. Будем перебить. В принципе, он вперед, то нормально. Фух, ну что, понятное дело, 200 я лечу... А, нет, 190. Намеренно. Ну, я 200 лечу. Так, выезжаем. Направо. Налево. Я, конечно, обижусь, если у меня угонят. Ну, на сайте. Я ж куда? Ага. ДП1, ДП8. Все, по этой дороге. Все, прямо, 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 прямо. Все, понял. Все, по этой, на этой дороге прямо все. Давай педальку. Пол! Так, мерин 70. А, ну в принципе да, он так 150, по-моему, стоит. 150, либо 200, в принципе. 70-то найдем. Надо вот только летать, вот эти столбы. Все, идем посюда. Вроде как везде по главной, поэтому давайте ее пробуем. Ладно. Вот так вот оно и происходит, наверное. Я не знаю, как правильно, но я думаю, примерно так оно запустит. Кстати, мы ДП-8 где-то рядышком будем. Нам бы банкомат найти. ДП-8, я думаю, банкомат есть, на самом деле. Если ДП, то как бы должен быть. Он просто обязан быть. ДП это же типа город маленький. Так, ну хорошо. Нам нужно быстрее на перебивку гнать. Так, ну, Цербер нам вообще, честно, помогает очень сильно. Он даже если, знаете, не сколько деньгами, так далее, он сколько советами, еще всякой херней помогает. Твою мать! Подожди, нет. А, Мельник живой, да? Нормально, Мельник живой, отлично. Ром Мельник, она. Я тоже как-нибудь доберусь. Бишка, давай, и в гараж нужно. Но там винты только не есть. Я посмотрим, если там банкомат... Там, по-моему, так должно быть. Всяко банкомата. Сюда, наверное. Чё это? Запомнил? Закрывается, понятно, ничего нет. Убиваем. Боном, а чё так долго? Так долго. Он сейчас...
Ладно, херня, хватит. Нормально, нормально, хватит. И в гараж надо, сразу, сразу в гараж подгонять. Пипай быстрее, друг. Мастер твой, мать, не приедет. Когда они еще могут приехать? Сюда могут приехать. Эй. Ох ты, бляха, а у меня такой же этот дворник был. У меня мерен другой был, конечно, но вот дворник был такой же. Там один такой дворник по центру. Я не знаю, там прикольно, не понял, где он. Бляха, только хорошо чистил. Так охренеть, так не поверить. На удивление, немцы красавцы, братан. Бил. Вот. Вот теперь давай чинить. Я знаю, что есть какая-то игроки. О, бляха. Ладно, в принципе, должно хватить. Сейчас. Машина-то моя, нет? Что по деньгам у меня? Что вообще на хлёст? По идее как-то так получается, конечно. Это 8, ага. Ну что, давайте на любую заправку, да куда угодно, сейчас заедем, что иначе я попробую. Я 2 минуты не секу, конечно, но лучше как бы это. Магазин какой-то справа есть. Блях, вот так вот угораздило, жая под самый конец. Ладно, поехали, короче, до хаты. До гаража там разберемся. Не так далеко, блин. Правда, дорога, конечно, говно. Но как бы пойдет. У нас мерен есть. У меня такое ощущение, что на ОБСке оттормаживается. А что у него оборот-то, блин? Не работают. Слушай, нам нужно до гаража доехать, херня. Нам, по сути, нужно, главное, отсюда выехать. Все остальное херня. Что серпантин от меня он просто убивает. Так, я думаю, 32% должно хватить, товарищи медики и так далее. Нам опередиться опять будет. А чё, подожди, я не помню, так я опередил, нет? Так, включи руки мои, но что-то бесплатно получилось. Или что? Так, уж нам посюда нужно поехать. Бля, тяжело и сложно все это осуществлять. На самом-то деле, если я разобраться. Медики, а заправка, давайте сюда тормознем, выйдем. По-моему, ни хера не перебил. Сейчас, короче, возьмем бинт, тут должен быть. Подъедем на перебивку, все, нам опять скажет, что хера нету. Ладно. Поехали до гаража, пробуем гараж запихать, если нет, то значит все печально. Значит, нужно в любом случае нам бинт и поехать опять. Короче, его, походу, не чукнули. Шок. Давай, за рулем мы вроде нормально, двигаемся. Не надо, покажи. Давай. Я верю. Помню, хера не перебил.
Так, ну что делать? Направо, налево, направо. Ладно, поехали. Страйбер Аль-Каид. Кай. Не перебил ни хера. Нам ли в любом случае не знаем. Аптечка. Давайте, знаете что, напишу. Быстренько. Не так это делается, не так это делается. Цербер. Цербер. Не, у них хп не тратится, в принципе, так что насрать. Где Цербер? Не вижу. Енот. Тут аутер. Так, короче, ладно, погнали. Давайте попробуем опять еще раз. Мне кажется, все-таки зря приехал, надо было еще раз перейти. У нас не получилось типа с первого раза. Сейчас посмотрим, что получится, не знаю, в принципе, как-то недалеко. Вот. А, вот, фара, фара, хорошо. В принципе, я к управлению начинаю привыкать. У меня такое ощущение, что он ни хера, блин, не перебил машину. Вообще, походу, кипишит рано, тупо рано. Ну, что это за херня? Лёх, я думал, вертолёт за мной следит, это так. Внутри. Машины какая-то хрень. Понятно. Сейчас посмотрим, Цербер, если ответит, будет классно. Если нет, ну, будет плохо. Будем на свой страх и риск как-то пробовать. Так я вообще ничего не вижу. Ориентируемся вот сюда. Дорога прямая. Я ее закрыть не могу просто. Значит, наверное, чисто по логике, я ее, наверное, не перебью. А я пробую еще раз. Он перебивает, наверное, чисто по логике он мне должен сказать, что я или перебиваю, или перебил, или еще что-то. Кстати, ешка, 140-й кузов, что-то. У меня 210-й был, очкарик. Кто знает такой. Хороший медик, кстати. Так вообще, может, бляха, ну, до банкомата может доехать надо.
денег с ней, потому что мне нахер посылают, что денег нет. Денег он не снимает. Собака Рейни тут, а так все ничего. Сейчас пробуем. Ты меня снял или ничего? Ничего не убивает. Так, не мой транспорт. Вообще не мой. Никак. Закрыть ничего не могу. Так. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Мне кажется, надо ему денег налить. Гонять в город. Автомат найдем. Это любую заправку надо. Там автомат по любому месту. Вон банкомат. Сейчас пробуем до банкомата, если нет, то мы что сделаем? Мы опять вернемся. Прострём, это будет не так страшно. Ну как, обидно будет, но не страшно. Поехали, попробуй перебить. Вот в этом дело все. Лёха, в смысле прерывался? Походу, ребят, не успели мы. Походу, у нас этот был. Или он упал, или я не знаю. Ладно. Или буря. В общем, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.